Какие общественные пространства Чебоксар должны быть благоустроены в этом году? Такой опрос сейчас проходит на портале «Открытый город». Горожанам предлагают выбрать три варианта. Учет мнения горожан – один из принципов программы формирования комфортной городской среды. Так, в прошлом году чебоксарцы голосовали за территории, которые хотят видеть благоустроенными в первую очередь – на участках во время выборов президента страны. В этом году голосование решили провести через портал «Открытый город». Всего у нас на этот год выделено 157 миллионов рублей. Для голосования на портале «Открытый город» мы выставили 15 территорий. В принципе, эти территории, они также участвовали и в прошлогоднем рейтинге голосования. Имеются определенные наработки по ним, проектная документация, сметная документация. И предлагаем горожанам определить три территории, которые они хотели бы благоустроить в текущем году. Голосование продлится до 20 февраля.